Тюменская область готова к открытию летнего туристического сезона. Путевки в регион продают более 150 туроператоров по всей стране. Ассортимент предложений широкий. Это термальные курорты, загородный отдых, глэмпинги, а также тематические локации – Казачье подворье, Елутровский острог, агрокомплекс «Золотая подкова» и тематический парк «Тобол». Желающим отправиться в Тобольск предлагают турпакеты с проживанием и экскурсиями от 27 тысяч рублей. Напомню, первый чартер рейс прилетит в Тобольск из Санкт-Петербурга уже в июне. Мы имеем уже сформированный постоянный календарь экскурсий. Можно зайти на сайт Visit.human. В течение недели, за исключением понедельника, наверное, у нас происходят какие-либо интерактивные экскурсии, театрализованные экскурсии. И это многие также отмечают фишкой Тюменской области, что наши экскурсоводы, они подходят очень творчески. Сейчас в регионе формируют единую стратегию развития туризма. В ее основу лягут два проекта. Один из них завязан на термальных источниках, другой на Тобольской агломерации. В каждом проекте задействована команда экспертов в разных компетенциях. Также в этом году пройдет преобразование сайта Visit.human. Всю актуальную информацию можно будет увидеть в официальном телеграм-канале Департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области.